Хоу-хоу-хоу, друзья, с вами Борода, и мы продолжаем серию видеообзоров на браузерную игру Music War. Итак, ребята, вот только-только я поучаствовал в турнире, участвовал первый раз, думал, вам сниму, что здесь да как будет. Но, ребята, ты нажимаешь записаться, и проходит время, и ты сам участвуешь автоматически в турнире. Вот только что турнир закончился, я ожидал начала какого-то боя, но нет, ничего не было. Остается нажать только на кнопочку «Результаты» и посмотреть, что там происходило. Так, нажимаем. Итак, я занимаю 287 место, поощрительный приз, награда за этапы. То есть за один пройденный этап, за одного побежденного я получаю 180. В итоге я получил 360 баксов. 2 опыта и 4 славы. Победил бог противников. Ну, вот такая вот хренишка, ребята. С одной стороны, как-то и непонятно, но с другой стороны, это прикольно. Ты нажал, поучаствовал в турнире, зашел, посмотрел, получил награду, вышел. Очень понравилось. И плюс, ребята, в том, что на это все не тратится энергия. То есть, пока вы поучаствуете в турнире, пока пройдет время, вы возобновите себе энергию и вперед дальше в бои. Так что за это, опять же, плюс музыкальной войне, и у них все больше и больше плюсов, нежели минусов. Так что, ребята, пока что я вам советую эту игру, регистрируйтесь, и до новых встреч, пока-пока!